Йоу! Всем здорово, с вами Костя Баяндин, это Минск Independent Battle. Давайте сделаем в этом зале погромче! Как обычно, Минск Independent Battle Arena, вот тут как бы батлы уже решают, кто выйдет в полуфинал, поэтому сразу пошумим горилле. Представим сразу же судей. Человек-спиннер Егор Типа. А где он? А, ну, все здесь. А пацанчик, на чей концерт ты наверняка ходил, Бакич. Нет. Я обещал. Редактор The Flow Леша Горбаш. Координатор работы Rap News Семен. Ну и, конечно же, участник Версуса versus Fresh Blood, Минск Independent Battle, Amio Official. Рэпер справа, представься. Еле жив, но без башки, на проспекте без машин. Это просто бездна, слышь, тут не пули на ножи. Сын бетонной коробки в восточной части нашего города. Last End. Слева. Эй, йоу, сын нормальной женщины в восточной части нашей страны. Я старый звук, как будто это West Side Boy. Wife. Первый раунд, Last End, Шумо. Я писал батл и понял, это самое ничтожное, что у меня было. А я уже садился на бутылку и полторашку раздавила. Записал и трахнул Кизару, отправил ссылку активиста-поэта. Но все это хотя бы чуть-чуть личности. Но вот это, ты не шут и не дикий сын бетонных коробок. Ты не говно и не Франк, хоть это одно и то же. Ты парень-рубаха. Такой рабочий завода, пахаешь, пыжишься, на 8 вечера уставший пиздуешь домой, делаешь себе бутер с колбаской и сыром, а после релаксишь на боковой. Персонаж обычный, признайте, для публики никакой, в тебе нечем привлечь народ. Характеристика от любого человека, что посмотрит батл, бля, ну Вась круто на тизере открывает рот. Ты реально отбатлишь, жена родит тебе ребенка, и ты после умрешь. Бля, ну серьезно надо. Жена родит тебе ребенка, и ты после умрешь. Так скажи мне, самый скучный батл МС Миба и Мира. Чем ты как оппонент можешь заинтересовать? Безымянный уже закапал тебя в могилу. На трупу мне скучно читать, не скучно осмотреть на тебя. Мне будет скучно, когда ты умрешь. Мне будет не похуй, я буду зевать. Ты из каждого батла выносил нихуя, хоть и на каждом батле выносили тебя. Ты не учишься на ошибках, ты их поглощаешь. Ты сожрал столько и все еще худой. У тебя, наверное, все пошло в рост. Для обычного зрителя объясню. Вайс — это вот персонаж, которого в дворовом футболе часто отправляли на подсос. Он вроде и нужен, но мы сами справимся. Ну, а ты нужен, Мибу? Подумай головой. Нет, то, что ты с верхней полки гориллу достаешь, уже и так понятно. Так, подумай головой. Зачем ты нужен, Мибу? Что бы ты ни читал, толпа не будет кушать. Персонаж добряк, это никому не нужно. Я тебя умнее, так что сядь и послушай. Пару панчей, банка гориллы, мой член, твой романтический ужин. Выебу тебя выше, ведь я люблю поуже. Парашют в здании? Йоу. Я нашел тебе мужа. Вы бы круто смотрелись на своем насесте. Эй, парашют, помоги невесте. А, точно, никак. Вы что, не вылетаете вместе? О, лететь куром не дано, но так и быть, я запущу вас пинком, и ты будто клон тех, кого я ебал. На том, и на поза том, и на поза 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 том батле. Я не остыл еще ни капли, и вообще остыну вряд ли. Ведь рэп — это кровь, то, что во мне, фу, это кисть на полотне. И бату то самое полотно, и ты не лишь белое пятно. И ты не в моей категории веса, хоть я и дрыщ-дрыщом. Я в технике тебя на уровень выше, тебя бы технику брал на BPM батле, ты ни о чем. Блять, ты даже не клоун, как босс или хлеб. Ты даже не гангстер, как трапа. Твоя сучка давно работает ночью, чтобы не слышать твоего мерзкого храпа. И ты настолько никчемен, что сегодня сдохнешь, как рэпер, и уже не вернешься домой. Эй, твоя сука закроет все двери, оставив тебя с правой рукой. И ты, долбоёб, ей не напишешь и текста. Ты будешь дрочить и дрочить, пока не дойдешь до гейского секса. Ведь у тебя нет стимула, ты не чувствуешь ответственность. Ты позоришь батл, искусство тем, что вливаешь в общественность. Вообще ты гость, это мой дом. В кругу батл рэперов, Миба, я один рэпер. Но у Last End спизженный фол. Все это гон. У Last End в Брюгге концерт был 29 июня, камон. Вот, Вась, у тебя был или будет концерт? Нет.
А значит, у тебя спизженный флоу. Камон. Зави залог успеха, я никогда не завяну в этом ебучем хейте. В то время, как ты уже с петлей на шее, мой меч в огне. Ей, твой хуй в говне. Ей, ведь ты выебал святое. Мамку Франка, она настолько большая и святая, что когда вы ебались и фоткались, то все вышло за рамку. Бенга, ты хотел быть первым, но стал Вайсом. А я встал утром, и мой хуй стал Вайсом. Пидор, сдавайся. Когда ты говоришь своей бабе, эй, малыш, раздевайся. Она снимает с себя пальто, и вы идете пить чай. Настолько ты хуёв. Ладно, по тексту. Братан, ты из Могилева? Сожалею, там хуёво. Реально хуёво. Ты не Вайс. Ты не Вайс. Ты Василиса. Вы с пацанами хотели разбогатеть, заказали золотой дождь, и вам насали на лица. Ты проебал буквально всем. Ты в бата-тусовке нихуя не наш. Единственное место, где ты себя чувствуешь как дома, это Могилёв, лифт, Маш. И я бы сказал, что ты сегодня пиздец глаза хупал. Но ты выше, чем на полтора метра никогда не взлетал. И тебе некуда падать, будто ты на минус первом этаже. Я вынесу тебя отсюда, врубив в ушах бакея и ножей. Я не знал, что он будет в судьях. И когда ты будешь вылетать с самой крутой рыбацкой площадки столицы, ты не закроешь двери, ведь ты вон родился в лифте. И что ты скажешь, вылетая? Бля, это дружеский батл. Так же, как и Неймос. Но на батл-площадке нет друзей. И я доказал это Ване. О, ты мне, знаешь кто? Реально никто. И кому нужна ты, Таяна? Чего ты смогла достичь? И где твоя, сука, жизнь? Где тот лифт, что поднимет тебя? Его нет и не будет, окстись. И где те люди, что скажут твою дебильную кличку? Вайс. Только если это не твой сраный друг и не Костя Баяндин сейчас. Раунд. Мне кажется, Вайс больше Ластанда на тусовку не позовет. Первый раунд, Вайс, шумо! Ну что, Ластик, как год закончил? Как четверть? Мамка не дала ремня? Конечно, нет. Ты же музыкант, исполнитель, пиздёшь, как хакеры Кремля. То, что у тебя есть лух, не делает тебя музыкантом. То, что я худой, не делает меня галатом. Каждый трек с охуенно важным клипом, но спизженный стиль не делает тебя скриптонитом. На батлах евреи, в треках казах, это что за хуйня? Но наш мальчик еще ни разу не проебал. Такой минский филиал Оксимирона, молодой, дерзкий молодой. Дерзкий молодой, беспардонный, в юном теле бушуют гормоны, адреналин, вся рутра, ластен хором. Но давайте задам вопрос, пока ты совсем не зазнался. Назови мне батл, где твой оппонент сам не проебался. Пересмешник загнулся, полторашка забыл. Неймос вовсе не прикладывал сил. Ты ни разу не проиграл, потому что ни разу не батлился с батл МС. Но нет, мразь, сегодня без грязных шуток. По факту буду ебать, ублюдка, собака. Буду молить, хоть церкви молодой, не верьте, расстреляю ребенка, зови меня Андерс Брейвик. Ну а ты чё, лично бьёшь счёт? Флоу под ёбку на Атланту или Вест Кост? В тебе нету индивида, ты ебать как портативно работаешь, где ставят будто лэптоп. На твой бред гроб каждый день, бро. Ты пытаешься где-то довыстрелить, смотришь, зависть, либо батл, довись, давай выстрелишь. Только лишь свой лоб, в тебе не это скрыто, ни жару дало, сгорело там огне, будто бы Жанна Дарк. И ты дота, Глора, и флоу патрон, что летит в лицо, кто на мой трон свой глаз положил, сбывая решен твой трон. Кресло ребёнка, завещали так легенды, и я выработал рэп, у меня нет альтернативы, так что давись верёвкой. С востока он, блядь, дерьмо видел. Пиздёшь полностью без основания. Тебе 17 лет, 11 класс. И что ты видел? Мамку после родительского собрания? Блядь, мамин музыкант, папин андеграунд. А, ребёнок улиц. Гангстер, пушечное мясо. За последние 2 месяца снял 5 клипов. Общая стоимость 500 баксов. Ставки на спорт? Продавал тряпки? Нет, но кажется, я нашел школьника, который развел МС, похоронила на бабки. Но теперь давай без вранья. Все это сделано совсем не тобой. От этого бомбит? Нет, у тебя в жопе погода, огонь. Мама Ластенда берет на клипы 3-й кредит. Папа не выходит из вахты, ведь еще альбом впереди. А когда полная жопа, он кричит: «Бакей, помоги», ведь ты просто выезжаешь на славе других. Я буду звать тебя за май. У Ластенда сольный концерт. В гостях Покебой, Мастяк, Бакей, Граунд и Басота. Ты в курсе, что сольный концерт немного не так работает?
Ты зовешь гостей, чтобы пришли люди. Это как сказать, приходите на батл, у нас пиздатые судьи. Но каждый раз он пытается сделать стильно. Но ты попадешь в суку, только если ультанешь за лайфстилера. Тебе слава голову кружит, как первый напас. Я не ебу, как попал сюда, словно нервы на газ. Никого не удивишь тут видом красный глаз, но тут столько твоих одноклассников, что батл напоминает классный час. Ты вышел из группы? Пиздатый настрой. Я тебя выебу и кончу на лицо. Выпускной. Ну давай предъяви мне закупленный фло, что это говно и вообще, блядь, не то. Ведь главная цель тебя ремнем отчесть, запись в блокноте, тебя обезглавить, обоссать и сжечь. Пироман. Знаешь, что это было? Доказательство нашей вербальной нищеты. Я даже копирую чужие стайлы так же хуёво, как и ты. Братан, мне похуй, у меня нет рэпера карьеры. Но напрягаются, что в группе почти одни лицемеры. Один так мило общается, просится в гости, но пиздить за спиной это не полторашка Костя. А второй, наш маленький уёбок из Канавы, что зачем-то шлет нахуй половину судейского состава. Фантазии дятел надрочил. Если бы не батл и судьи, всем было бы похуй на ласточку из Минска. Если бы не батл, хуй тебе, не репоста Балбицка. Если бы не батл, хуй бы ты летал так высоко, но запомни правду жизни, щегол. Рука, которая кормит, так же спокойно смешает с говном. Это только начало. Впереди полуфинал, там будет жестче, чем во Вьетнаме. Парашют, монету или фанат Бабана будут хуярить ей балом об камни. Поджигать твой туз, как у тузов Москву. Такого же раньше не было, нет? Ну что, мальчик, добро пожаловать в Battle Rap. Раунд. Первый раунд, last stand. Второй раунд, last stand. Это была перемотка назад. Шума last stand'у. Окей, помоги. Я ж такой хуёвый батл МС. Бакей, помоги. Помощь от Бакея. Тут нет ничего. Вот такая помощь от Бакея, собственно. Кстати, ты мне нравишься. На каждом батле фанаты Бабана, Вайс, стоишь так радуешься хуёво. Прёшь, решай, молодец. Ладно, окей. Тебя фильм. Я здесь батлю Вайса. Ты же это сам знал, что задену тему са. Я напридумывал про тебя кучу панчи. Вайс, туран, словно антракт. Ты перерыв, батончики, как я будто демон из адских враг. Растопил тебя нахуй, а я будто мастер этого звука. Как и со мною твоя сука. Я ебал ее и слушал, кто же из вас говорит лучше. Уже второй час, она просит глубже. Но как же Вайс, говорить не нужен. Я все понял. Эта тема разорвет весь мип. Баррел, это лучший раунд. Вафю, пау, раунд. Шучу, блядь, я ж не Ваня Неймус, меня хватит на 5 минут. А сейчас срочная новость. Младенческие курочки говорят, что лучшие яйца получаются тогда, когда их трахнут в парашют. Не, просто Вайс, блядь, ну ты реально настолько пустой, что я хуй, блядь, знаю, о чем батлить с тобой. Я бы мог сказать, как ты крысил за спиной, в конфу писал, Неймус крутой, а полторашки в личку. Блядь, кто он такой? У Вани тексты ни о чем, он не крутой. Братан, он, где ты? Он крут. Хотя бы тем, что слушал Last Stand альбом и пиздил карликов в метро. Вай, не улыбайся, говно, до встречи в финале. Окей. И Ваня, как и все, выебался тут грайм очками. Все тут выебываются грайм очками. Но я валил грайм без них. Прикиньте, что будет, если сегодня я надену и их. Это что, бакеевские очки? Бакей, помоги. Я, во мне рождается грань. Я слышу, что мой первый финал все ближе. Дупа начинает качать. Я вижу, как ты загрустил, но моя задача. Разъебать красиво, но моя задача. Устроить херосиму, даже если будешь делать. Ты в два раза круче, ты все равно будешь говном. И никому не нужен. Фу, нахуй очки. Баги, тишина! Я могу и без них. Но я подразмялся и вспомнил еще одну вещь. Ты писал мне в ЛС, проел мне, блядь, плеш. Мол, хочу записать альбом у тебя. Ну и чтоб заебись такой. Хотя ты совсем и не очень. Я подумал, ну, можно помочь парнише, впрочем. Но ты уебан. Оказывается, Хоса сын непорочный. Хип-хоп одинокой старухи. Заказал мне альбом, причем, блядь, точно такой же.
Ну и кто тут, блядь, байтер? О чем ты, ничтожество? Ты байтишь у клоуна, сука, на полную. Но даже эту никчемную идею тебе так и не удалось реализовать. Да о чем я вообще? Ты так 10 баксов за битву и не смог мне отдать. Ёб твою мать! На что ты тогда вообще способен? Алло, Козыра! Да. За какие заслуги он здесь? Он не дредастый, не негр, не репортер и не фанат Бабана, блядь. Не кореша балбиска и не петух, что нравится курочкам. Вы поняли, о ком я? Ну и, конечно же, не я. До меня тут всем далеко. Ведь Восток — это другой конец города. О, бой. А ты из своей деревни, Могилёвской. И настолько тупой, что каждая твоя предъява заведомо геморрой. В тебе копаться бедному Глебу было западло. О, ты, наверное, здесь в роли холопа, я короля под горой. Это победный гонор от ласточки, но эта птица не вылетает, бой. Пока ты бегал с парашютом по крышам, я в самых низах был и не слышал. Я лишь писал, я лишь искал свой флоу, которым все часто и выкинут вон. Вон там дверь. А те, кто пишут, мол, нет смысла, типа у вас стендбайтеры давно слился, хуй вам мудозвон, у меня не о вас мысли. Слушайте дальше вайс и прочую поебень, ведь делать целостно и ритмично, это не значит байтить, а лень. Если вайс — эталон батла, в таком месте у вас стенда нет. Если шутки фаната Бабана про мужскую еблю и член — эталон батла, то в таком месте меня нет. И я вроде подал заявку на независимый батл, а не на ебаное слово. Но здесь нет того, кого я могу назвать оппонент. И здесь нет зрителя, что хотя бы чует культуру. Монитором угораешь суток парашюта, где-то в раю у Бигги колет в груди. Пока ты за монитором пишешь, какой я хуёвый, я даю концерт, не называя себя даже МС. Мне нахуй не нужны ваши взгляды, ваши разряды и чины. Я могу разбить вашего любимчика пол, просто выскажу, что я о нем думаю. Блять, я могу дойти до финала, просто чуточку думаю. Я говорю вправду, вас это бесит. Провайся? Правда одна, это не человек, а ничтожное месиво. Это просто тело. Просто тело, понимаешь, нахуй? Ты просто... Проболит? Просто тело, что тупо болит. Ты просто тело, что не цветет и лишь дохнет. Тело, что в зоне комфорта застряло. Ты тело, за которое стыдно. Тело, что из бату в бату читает одно и то же. Слышишь, Ян? Ты просто тело и ничего более. Твоя душа побочка от анаболика, в крови трава, на ебле тоска. Тоска от внутренней пустоты, что душит тебя. А ты топишь ее в алкоголе. Вайс, ты, наверное, вылетишь из универа и точно вылетишь с МИБа. Точно вылетишь с МИБа. О, и что ты будешь делать? Повесишься, как последняя гнида? Конечно, ведь у тебя нет выбора. Ох уж этот естественный отбор. Везде выживает сильнейший, и ты до полуфинала не дошел. Раунд! Второй раунд, Вайс! Дайте шуму! Вот сейчас выебываешься тут, блядь, махаешь своими руками, будто птица. Но на МИБе, как и на универе, можно восстановиться. Ой-ой-ой. Так, блядь. Только платно. Такую хуйню я не видел даже в самом жестком трипе. Ведь ты до сих пор отражение, как съемка в дагеротипе. Во всех видосах движения, будто бы славянский скрипе. Хочешь двигаться нормально? Возьми урок у Кипы. Строка за строкой хуйня, будто пишешь на линотипе. Но у меня один вопрос. Что за хуйня происходит у вас с граундом в клипе? Окей, ты модный рэпер и едешь в лес пить вино с пацанами. Это хуй с ним. Меня поразило другое. Ты берешь у граунда сигу, затягиваешься и кидаешь около дороги. Через 20 секунд лучший диалог. Граунд, дай сигу. На стенд ты не куришь. Ебать, поворот. Актерская игра уровень Иисус. Станиславский открывает вам двери. После клипа я посмотрел батл Ермака и почти поверил. Блять, такое насилие вообще не для широких масс. Но я знаю... Блять, такое насилие вообще не для широких масс. Когда я смотрел, меня сильно похерило. Но я знаю, для кого этот высокий фарс. Очень интересно. Так твоя мать поверила? Вот. У тебя часто шикарный видеоряд, но содержание будто протек как ведук. За такое баке может приобнимать тебя и говорить мой пиздюк. Я тоже не знал, что он пиздюк. Восьмой раз, блядь, я слышу сам. Я ноунейм, про меня кучу скажешь. 4 трека, которые я писал, пока был угашен. 270 часов в доте, и что дальше? Ну наш ластенд пашет, точнее рой для меня котлованы. Нахуй мне тысячи, дайте мне кубок с колобана. Для меня рэп это хобби. То, что мне душа отводит, ну давай про тебя поподробней. Ты полностью привержен культуре, она для тебя заменяет мать. Но мнение бытует, чтобы жить, нужно что-то отдать. Но если нет ничего своего и внутри все темно, то культура, как добрая мать, предпочитает сделать аборт.
А вообще, Ластик любит театр. Наверное, играл в нем в детстве. Давай-ка вспомним батл с Неймлессом, где ты читаешь своим огненным флоу, прям потекла одноклассница, пока Ваня напротив мямлит хуйню и заикается. Аминь. И прикрывается молота дружеский батл. Там пахло наебаловым. Ведь все же нормально договорились, чтобы было все честно. Но перед батлом оба подбегали козыри, мол, оппонент сделал жестко, это пиздец некрасиво. Блять. И что же мы видим в итоге? Неймлесс слился, Last Stand в топе. Раунды по 3 минуты, причем каждый убогий, пока Ластик извергает из себя примеры демагогии. Наебалово. Блять. Думаешь, стою тут и пизжу? Цитирую. Дружеский батл помог корешу. А какую драму раскатили, поверили все. Чтобы вы помирились, вам выключали свет. И даже если я не прав, и все это не имеет смысла, то получается, ты наебал на Мелисса. Так что давайте подведем итогом простой. Либо вы два петуха, либо ты крыса. И в этом вся твоя сущность, мудак. Поставить либо до пиздеца, чтобы получить свой хайп. Так вот он какой, минский батл рэп. Тут чтобы победить, нужно переходить на фальцет. А, как говорится, все факты на лице. Да мне похуй, что скажут люди. Ты стал конвейером говна, как Call of Duty. Давай по факту, тебе важны только нули в чеке. Все-таки хуево, что крыса есть на Ноевом ковчеге. Ты нужен, пока есть тренд. А я говорю, пошел нахуй, Last Stand. И сколько бы ты не порвал, и сколько бы ты не порвал плацент. Я говорю, пошел нахуй, Last Stand. И похуй, что в судьях твой Кент. Я говорю, пошел нахуй, Last Stand. Денисок, мне с тобой нечем пиздеть. Пошел нахуй, Last Stand. Раунд. Как бы нормас, мне понравилось. А, вот, в общем, давайте начнем. Эмио начнет. Давай. Саша ему шуму. Я поддержу, то есть, моего чувака Габонского Эдюка и скажу, что сложно, ебать сложно. Не знаю, что ответить, честное слово, то есть, хер его знает, то есть, наверное, 89 на 98, наверное, Вайс. Не знаю. Вайс! Не знаю, как, не знаю, что. Но как-то вот так вот, душа лежит, то есть, чуть-чуть, да. Хорошо. Ты хочешь сказать? Ну, да, давай. Но... самый низкий судья Леша Горбаш. Один из участников был супер уверенным, выступал лучше, чем выступал раньше. Второй тоже был уверенным, выступал лучше, чем раньше. Но он немножечко сбивался, использовал суфлера, и на суфлере ты меня потерял, братан, поэтому выиграл постоянно. Семен? Я когда шел сюда, когда узнал, какие пары выступать, я, может быть, подольше чуть-чуть. Да, как обычно. Вот. Я ожидал совершенно другого, чтобы вы понимали, когда Вайса я увидел в первый раз, это было ниже уровня. Вот кто как на самом деле судит, да, то есть отдали парни по разным голосам. Вот, то есть, может быть, Леша смотрит на текста, то есть Габоныч на кроссовке, я. Вот я, наверное, для меня важно, чтобы соперник словесно задевал оппонента. То есть, тут был больше стиль, по-моему. То есть, по-моему, у тебя был набор шаблонов, под которые можно просто подставлять имя. Я этого вообще не люблю, честно, очень не люблю. У тебя был уровень просто, я на самом деле офигел, я не ожидал. И, по-моему, победа тебе остается. Батей последний. Типа! Шуму. На самом деле... Last Stand. Короче, да. Last Stand валит в своем стиле, вообще как всегда, все то же самое. Но такое ощущение, что это та фишка, которым ты прикрываешь иногда отсутствие именно чего-то чуть более типа глубокого, шаришь?
Ну, то есть, если на тебя просто смотреть, типа, как ты валишь, как ты месишь, то можно немножко, ну, типа, отъехать и такой, типа, ого. А если абстрагироваться вот от всей вот этой вот движухи, от всех этих песен твоих, от хоккея рядом стоящего, то здесь, конечно, по смыслу Вайса на самом деле немножечко чуть более, не знаю, типа как, на тебя прям направлен. Еще придачу я заметил на тот момент, что ты когда батлишь с ним, ты прям не смотришь на него. Это будет типа ла-ла-ла, 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 и куда-то улетаешь, братан. И это, мне кажется, как раз таки говорит о том, что оно все очень абстрактное. То есть ты валишь абстракцию, здесь конкретика какая-то была. Пускай как бы и надуманная где-то, пускай и на нюмочку, но я за Вайса, короче. Окей, да. Помоги! Давай. Не помогай. Ну, Ластика, как бы, я знаю хорошо. Он, да, он показал флоу, стиль свой определенный, вот эти там вот переливания голосом, это очень классно. Но парень пару раз уколол нормально, ну, по фактам, реально, даже которые я там немножко знаю, ну, этот парень не выбирал. Call of Duty, игра компьютерная. Братан, занимайся музыкой, тебе, Свет, тебе голос. Это был Минск Independent Battle Arena, победил Вайс Шума!